Всем любителям украшений, меня зовут Ирина, приветствую вас на своем канале ювелирный магазин Нефертити. Сегодня покажу вам хитовые серьги от компании Красная Пресня. Это самые популярные модельки у Красной Пресни. Ну, модницы, если здесь есть кто коллекционирует прям Красную Пресню, я точно думаю, что несколько моделей в вашей ювелирной шкатулочке уже есть. А для тех, кто не совсем знаком с Красной Пресней, как раз будет такое интересное видео прям по самым, повторюсь, популярным моделькам. Присмотритесь, может быть, что-то вы захотите в свою ювелирную шкатулочку. Все уже доступно для заказа на нашей виртуальной витринке. Данные все ссылочки в описании к видео. Вайбер, WhatsApp, Instagram, Telegram, TikTok, Одноклассники, ВКонтакте. В общем, все соцсети, все мессенджеры охвачены. Пишите, куда вам удобно. Обязательно ответим на ваши вопросы. Сегодня у нас только серьги, повторюсь, только хиты, только самые популярные. Начнем мы вот с таких серег-капелек. Ну, точно все уже видели этой модельки уже несколько лет. И по-прежнему она самая популярная у компании Красной Пресни. Серебро все идет с чернением, с оксидированием. Артикул серег 330-80-40, цена у них 1500. Замочки английские, очень хорошо занижены. Смотрите, как хорошо все качественно сделано. Почему еще и популярные? Занижение есть, очень все хорошо отцентровано. На любую мочку места здесь предостаточно. Пробы, вот они все сзади. Вот такая вот красотень. Смотрите, скань, ручная работа. Серебро 925 пробы, все как всегда Красной Пресни на отлично. Следующее, более современный стиль, но тем не менее достаточно, опять же, популярные серьги без вставок. Артикул 330-121-40, цена 1750, средний вес около 8 грамм. Замочки здесь также английские. И вот эти сережечки идут, части внизу, треугольнички, подвижные. Так, сразу скажу, все-все серьги, которые в этом видео, все комплектуются кольцами, просто показываю пока одни серьги. Кольца, либо подвески можно подобрать в каждый гарнитур. Либо и то, и другое, и кольцо, и подвеску, ну, в зависимости от модели. Так что, если хотите комплектом на витринке, как бы ссылочки есть, а если не нашли, пишите, я вам подскажу. Следующие серьги. Артикул 330-994, цена 2080 рублей. Тоже чем хороша модель. И в пир, и в мир. Занижены замки, очень прилично, миллиметров 5. Дырочку закрывают, ну, соответственно, место здесь на любую мочку. Вес 11,6 примерно. Сейчас покажу, как открываются. Давайте на другой. Новые серьги, очень тугие замочки. Вот так вот. Пробы тоже, вот они все сзади. Здесь, может быть, кажется, что серьги литые. Нет, они сделаны такими тремя полосочками. Видите, просвечиваются. Очень стильные. И на каждую мочку хорошо садится. Ну, следующего точно знаете. Мне кажется, эти уже в каждой шкатулке есть серьги 3D. Сейчас поближе. Вот такие. Это у нас артикул 330-1099, цена 1320. Опять же, очень хорошее занижение, английские замочки. Подходит на любую мочку. Шикарное кружево. И вот эти части на разном расстоянии. Ощущение, что у вас в ушках будет несколько сережек. Вот такая красота. Тоже шикарно на любую мочку. Это уже, опять же, модель, проверенная годами. Далее. В восточном стиле серьги-ромбики. Вот такие. Повторюсь, все комплектуется кольцами как минимум. Артикул 330-102-32, цена 1340.
Вес на 2 серьги 6 грамм, то есть каждая по 3. Достаточно легкие, шикарные кружевные серьги. По замкам снова занижение, английский замок и на любую мочку. Следующие серьги. Вот такие. Нежненькие кружевные. Артикул 331155, цена 1060 рублей, вес около 5 грамм. Пробы идут вот здесь на самих швензочках. Открываем. Опять же получается на любую мочку. И серьги двусторонние, то есть они любую одевайте, как вам удобно. Все тут идет одинаково. Очень красивенькие, миленькие, они так нежненько-нежненько в ушках смотрятся. Калачики. Так, далее у нас пойдут шары. Конечно же, обязательно шары. Тоже многолетние хиты от Красной Пресни. Серьги-шары с корзиночками. Артикул 330-103-94, цена 1520. Вес 7,5 граммов. На 2 серьги. Замочки английские, полупетелькой. Тут черненая корзиночка и полированный шарик. Есть в исполнении в родировании такие же. Артикул 330-103-94D полностью идут в родировании без чернения. Цена 1940. Вес средний 7,6 грамма. Это светленькие. Опять же, под них есть колечки. И самые крупные шары. Идут они на французском замочке петля. Корзиночки. Артикул 330-108-84. Цена 2,220. Вес на 2 серьги 12 грамм. Петелька. Стандартно закрывается крючочек. Пробую вот здесь. И большая корзиночка. Полированный шарик. Шикарные серьги, девочки. Это просто бомба. Очень классно смотрится под старину. Вообще все отлично. Далее. Серьги опять же в восточном стиле. Вот такие шарики. Артикул 330-10-34, цена 2,200, вес средний 12,3 грамма. Очень интересные серьги. Открываем замочки тугие. Полностью, видите, она практически распадается, сережечка. То есть это на любую мочку. Она идет без занижения. Открываем до щелчка. Без занижения, соответственно, на любую мочку, в принципе, подойдут. Очень классные шары, необычно. Сзади все, смотрите, как сделано. Потрясающе. Умеют мастера от Красной Пресни всегда удивить. Так, более базовые серьги листочками. Тоже достаточно популярная модель, такой листик. Есть к нему и кольца. Артикул 330-113-36, цена 1710. Вес на 2 серьги 8 грамм. Опять же, почему популярно? Тут все в лучших традициях Красной Пресни. Ткань красивая, занижены замки. По полноте, по длине, на любую мочку они подойдут. Все компактно, красиво. Шикарные базовые серьги. Следующее. Более длинненькие. Вытягивают личико очень хорошо. Щечки наши убирают. Артикул 330-119-92, цена 1690. Средний вес 7,5 грамм на 2 серьги. Полировка здесь небольшая. Ткань ручной работы. Замочки занижены. Сцепление это жесткое, здесь все неподвижно. Красивая такая вот сережка. Иногда называют бабочками, да, тут вот если повернуть, очень похоже на бабочек. Немножечко.
оригинальные серьги. Вот в таком классическом стиле красной пресни в скане. И похожие на них тоже немножко напоминают бабочек. Тут прям уже и усики видны, и крылышки хорошо. Артикул 330-114-96, цена 1680. Вес средний 8,1 грамма на 2 серьги. Носить можно как вам удобно, хотите так, хотите так. Тоже полировка, ткань ручной работы. Здесь вообще шикарное занижение, больше сантиметра, то есть они закрывают, идут по мочке вверх, видите, на любую мочку. Красота. Следующие серьги веер. Тоже все, наверное, знают, видели не один раз. Длинные серьги, подвижные, красивые такие, не вычурные. Опять же, немножко в восточном стиле. Артикул 330-82-36, цена 1880. Средний вес 10 грамм на 2 серьги. Длинненькие. Вот, все подвижно идет. Двусторонние. Здесь тоже все очень красиво и резное. Замочки чуточку занижены. Вот такая красота. Опять же, комплектуется колечком. Так, серьги с шариками. Такой импровизированный шаричек. Нежненькие серьги. Тоже более вечерний вариант. Артикул 330-113-30. Цена 1680. Вес средний 7 граммов на 2 серьги. Подвижненько. Здесь практически без занижений английский замочек. Очень нежный стиль, полированные шарики и вот такие веточки. Серьги немножко выпуклые, такие, создается объемный эффект. Все очень-очень красиво. Балерины. Куда же мы без балерин? Это прям хит. Комплектуются они подвеской. И у них подвижные юбочки. Видите, то есть это все поворачивается. Балерина как будто танцует у вас в ушках. Шикарные серьги. Артикул 330-89-66, цена 1970, средний вес 9,5 грамм на 2 серьги. Тоже все подвижненько, занижены замки. И вот такие чудо-балеринки. Вот сзади такой силуэт. Повторюсь, колечек к ним нет, они комплектуются подвеской. Следующие совушки. Очень мудрые, очень стильные совушки, серьги. Чернение, серебро. Смотрите, какие глазастые. Вот такие совулечки милейшие. Артикул 330-113-52, цена 1940. Вес 8-9 грамм средний. Комплектуются они подвеской. Тут все подвижно, сами совушки, плюсом вот эти все листики. Все тоже, видите, она как будто крылышками машет, совулечка. Вот такие совушки-подружки. Следующий, тоже восточный стиль, немножко уходим. Если кто не любит длинные совсем серьги, но хочет попробовать, вот это тот вариант. Они не очень длинные, и, так сказать, очень компактно смотрятся на ушках. В общем, кто хочет попробовать, обязательно вот с таких можно начать, потому что остальные, мне кажется, все длиннее у красной пресни вечерние. Артикул 330-109-42, цена 1500. Средний вес 6,8 грамма. Они небольшие, замочки чуть-чуть занижены, и вот такая здесь подвесная часть объемная.
легонькие и совсем-совсем, повторю, небольшие, потому что даже вот обычные серьги на английском замочке, видите, с ними практически одного размера. Так, ну следующие серьги покрупнее, подлиннее. Вот такие овальчики. Серьги идут двойные. Артикул 330-77-08. Цена у них 1550. Средний вес 6 грамм. Замочки занижены, английские. Эта часть подвижна. И здесь получается две. Вот такие части. Одна полированная, вторая с алмазкой и со сканью. И когда вы носите, создается эффект, что у вас, опять же, несколько подвесочек в ушке. Стильные, элегантные, тоже комплектуются колечком. Так, вот эти серьги мне очень нравятся. Такие они легкие и прям все сканные. Большие выгнутые диски. Опять же, отсыл к каким-то восточным серьгам. Артикул 330-120-74. Цена 1690, вес 6,7 грамма. Замочки английские занижены. Все подвижно. И посмотрите, какая потрясающая ткань. Диски выгнуты, все резное. Просто шик. При этом они легкие. Не тяжелый, целый день вполне вы их проносите. Так, следующие серьги у нас день и ночь, солнце и месяц, луна. Мужское и женское начало это символизирует. Солнце мужское, луна женская, и вместе получается полная гармония. Артикул 330-120-10, цена 1750, вес 8 грамм на 2 серьги. Но, соответственно, металлу тут понятно, эта серьга будет чуть тяжелее. Она и выглядит побольше, которая с солнышком. Здесь неравномерно распределен вес. Подвижно все. Ну и, собственно, луна, солнышко. Вот такая вот интересная модель. Очень тоже популярная, асимметричные серьги сейчас в моде, а тут еще и со смыслом. Так, более классический вариант. Это у нас серьги-листики. Шикарная тоже ткань, листики удлиненные. Артикул 330-24-13, цена 2900, средний вес 8,9 грамма. Замочки занижены. Полировка, подвижные листочки. И, как всегда, все-все это выложено вручную. Каждая завитушечка выкладывается вручную красной пресней. Просто шик. Ну, можно в эту сторону, да, можно листочки поменять. Как удобно. Так, и совсем последнее покажу несколько моделей. Это самые крупные серьги от красной пресни. Кружевные. Большие диски. Артикул 338-82-30. Раньше делали с фианитом, сейчас здесь искусственный зеленый шпинель. Цена у них 3500, вес 19,8 грамм на 2 серьги. Серьги просто шикарные, занижены замки, эти диски подвижные. Несколько рядов ткани, разные узоры. Сзади все идеально выровнено, гладенько. Потрясающий вид. Комплектуются они колечком и подвеской. Вот это вот украшение ювелирных шкатулочек. Так, еще одни крупные. По крупным пройдемся совсем. Кто любит большие, сейчас прям в моде вот эти большие круглые серьги. Артикул 330-103-98, цена 3580, вес 14,4. Замки чуть занижены, тоже большой крупный диск, комплектуется колечком. Вот такая здесь спиралька идет со сканью. Просто шик. И еще одни снежинки.
Вот такой узор, похожий на снежинку. Артикул 330-92-86, цена 3500, средний вес 16,7 грамма. Тут еще больше ткани. Замки практически не занижены. Тоже все подвижно. Потрясающие снежинки. Смотрите, какая красотища. Все. Мы сегодня посмотрели с вами самые популярные серьги от Красной Пресни без вставок. Уточняю, разбирали модельки только без вставок. Все доступно для заказа на виртуальной нашей витрине. Плюсом колечки ко всему этому разнообразию. Если чего-то не успели заказать, не нашли, нужна помощь, пишите. Вайбер, WhatsApp, группа ВКонтакте, Одноклассники, Инстаграм, Телеграм, ТикТок и так далее. Везде, где найдете, вроде ничего не забыла. Не забывайте подписываться на канал, чтобы вы не пропускали наши новые видео, которые выходят практически каждый день, стараемся вас порадовать. И, конечно, пишите в комментариях, что бы вы хотели еще посмотреть в следующих видео. Может быть, какие-то разборки интересные, популярных или непопулярных. В общем, любых украшений. Пишите, все с вами вместе обсудим. Спасибо, что смотрели. Приятного вам дня. Всем пока-пока.